Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. И в этом видео я расскажу об отеле Интерконтиненталь, который находится в бухте Ксеудунхай. Но прежде чем начать этот обзор, напомню, что я занимаюсь продажей оформления туров на остров Хайнань по всей России. Вы заключаете со мной договор онлайн. Все официально, с документами, чеками, все прозрачно, ясно и четко. Ниже под видео, после просмотра этого видео, вы можете посмотреть на мои ссылки. Там будет ссылка на мой прямой WhatsApp, а также будет прямая ссылка на сайт, где вы можете оставить свою заявку, и мы с вами свяжемся. Ну что, давайте перейдем к этому обзору. Отель Интерконтиненталь, бухта Ксеудунхай. Давайте в двух словах пока расскажу о бухте Ксеудунхай. В чем ее преимущества, плюсы и минусы? Смотрите, данная бухта находится совсем рядом с бухтой Дунхай, между, скажем так, бухтой Саньябэй и Дадунхай. Здесь она на расстоянии буквально 3 километров каких-то, можно по большому счету даже пешком дойти. Я вот доехал сюда на велосипеде, можно доехать на такси, это 10 юаней, там 100 рублей, или, соответственно, на автобусе. Здесь недалеко по дороге будет как раз поворот на парк Олень повернул голову. В общем, что хочу сказать по этой бухте. У нее есть вот какие плюсы, что в ней тихо и спокойно, можно сказать, как в Ялунгбэй, даже, наверное, может быть, даже еще и потише. При этом здесь есть вся инфраструктура, которая необходима, и здесь есть свой пляж, на котором не так уж и много народу, как отдыхает в бухте Дунхай. Вот такие ее плюсы. Из минусов сразу скажу, на пляже бывают как, соответственно, приливы, так и отливы. Когда бывают сильные отливы, пляж немного каменистый становится. Когда все нормально, пляж песчаный, нормальный, хороший вход, вопросов нет. Море здесь чистое, теплое. Сегодня вот июля купался, оно даже не охлаждает. И волн здесь как раз практически нет. То есть они гораздо меньше, чем до Дунхая. Вот я сейчас сюда переехал, потому что здесь такой заливчик. Вот, здесь, кстати, недалеко вот отель Интерконтиненталь, здесь вот такая зеленая лужайка, на которой гуляю. Вот здесь, как вы видите, пляж. И, соответственно, вот еще раз хотел обратить внимание, здесь есть вот такое кафе, собственно, я скажу, оно подходит для русских, называется Beer Factory. В принципе, название само за себя говорит, думаю, понятно. Это не единственное кафе, здесь их очень много, много различной еды, то есть это не такие улицы, конечно, как в Дунхае, но голодными вы здесь точно не останетесь. Здесь есть основные, скажем, три отеля, вообще, раз мы начали этот разговор, это отель Интерконтиненталь, на тему какого идет обзор. Дальше есть отель Серентико, смотрите мои другие выпуски, я там его тоже уже снял. И, соответственно, отель Анантара. Все эти отели вы можете купить у меня, оформить их, продают практически все туристические операторы, которые летают чартерными программами на остров Хайнань. С этим вопросов нет. Ну, в общем, преамбулу я такой с вами сделал. Эта бухта находится очень близко к Дунхаю, буквально вот за этой горой. Так что сюда приехать, добраться нет никакой проблемы. Если вы сюда не планировали или уже купили тур в другое место, можете сюда заехать, просто посмотреть, пофотографироваться и, может быть, сделать в следующий раз выбор именно на эту бухту. Что по фотографиям здесь делаю примечательно? Смотрите, это единственный, наверное, пляж вот на Хайнане, скажу, где вот есть такие пальмочки прямо на пляже. Здесь получаются очень красивые фотографии, и плюс днем вы можете укрыться в тени пальм. А в Дунхае, в Ялунгбэе, к сожалению, такого нет. А здесь есть. Это тоже плюс этой бухты. Ну что, идемте смотреть сам отель, номера, территорию. Ну вот и зашел на территорию отеля Интерконтиненталь. Скажу, что это очень хорошая, качественная пятерка. Кстати, в этой бухте одна из самых дорогих недвижимостей на Хайнане, чтобы вы имели в виду. Это не какая-то там средненькая, слабенькая бухта, это очень хорошая бухта. Как говорил, это некий такой аналог Ялунгбэя, да, но очень тихо, уютно и хорошо. Здесь у нас есть бассейн вот с этой стороны. С этой стороны у нас вот такой пляжный бар. Пожалуйста, заказывайте напитки. Здесь можно вечерком очень хорошо отдохнуть вот в таких вот классных штучках. Покачаться, попить какой-нибудь коктейльчик и так далее. Ладно, идем дальше, покажу территорию, и мы перейдем уже к номерам. Здесь есть сразу же ресторан хунаньской кухни. Вот как раз тут фотограф, смотрите, фотографирует одно из них блюд. Если заметили, лежит перчик чили, она как раз вся остренькая, так что кто любит поострее, вот в этот ресторан, пожалуйста. Плюс здесь есть вот такие столики, как видите, открываются с красивым видом на бухту. Здесь можно хорошо посидеть, здесь смотрите, музыка, сейчас будет и живая музыка вечером. Так что все те, кто вот рассматривает такой, скажем, романтический, красивый пляж, то это он.
Сегодня у нас отлив, не пугайтесь этому виду, здесь на самом деле море до сюда, песочек всегда, это редкая история, я вам честно скажу, вы можете посмотреть на моих видео. Ну вот видите, даже парни не грустят, собирают ракушки, вон там все равно можно купаться в той части, я как раз сегодня там уже искупался, так что не переживайте, это история купальная полностью. Позади меня находится бич-бар, там вы очень хорошо можете провести время за коктейльчиком другим. Вот здесь как раз мы прогуливаемся с Максимом. Максим – это управляющий менеджер по работе с русскоязычными гостями. А здесь номера, как же, Water Garden View. Они сделаны такими виллами, но они, кстати, дешевле для нас, для российских туристов, чем в основном корпусе. Но они гораздо лучше. Здесь есть бассейн. Зимой, если будет прохладненько, он работает с подогревом. Есть еще отдельный бассейн для дайвинга. Вот здесь, смотрите, еще одни такие бассейны, очень уютные. Так что вы уж точно найдете себе место, где уединиться, спокойно поплавать. Это не будет то место, где вы сидите в бассейне, и вокруг вас куча-куча туристов. Так что здесь мест очень много, видите, даже никого нет вечерок. Причем бассейны работают до 23:00, можно купаться в любое время. Это вам не Турция. Мы сейчас с вами зайдем в одно интересное место, называется Клуб Интерконтиненталь. А что... О, как здесь хорошо, прохладненько. Что здесь примечательного? Наверное, мне плохо видно, сейчас я зайду куда-то на свет. Смотрите, мы в клубе Интерконтиненталь сейчас зашли. Что здесь хочу рассказать? Вы можете сами после первого посещения стать, скажем, клуб-менеджером или клуб-вумен, да? То есть вам нужно будет заполнить анкету, и вы начнете использовать все привилегии данного отеля Интерконтиненталь, причем по всему миру. У вас могут быть бесплатные завтраки, ужины, алкоголь и обеды. А еще бесплатный Wi-Fi в тех отелях, в которых он очень дорогой. Так что есть очень много преимуществ, поэтому если будете здесь, обязательно станьте членом этого клуба. Что я сегодня, собственно, и сделаю. Ссылку о том, как стать членом клуба ISG, я оставлю под видео. Ну, давайте посмотрим, что есть. Вот здесь у них проходит, собственно, ужин сейчас. Вы можете спокойно, если вы член этого клуба, прийти сюда поужинать. Естественно, здесь все включено. Вы видите, да, ассортимент различный. То есть европейский, как видите, да, есть и китайский, да. Вот мы зашли в один из ресторанов Интерконтиненталя. Здесь полностью есть русское меню и адаптированное, и причем с ценами даже на русском языке. В принципе, все по адекватным ценам. Здесь 158 это за порцию, да? Да, за порцию такие. По большие порции 158 юаней, в которые входит еще чай или кофе на выбор. Ну, соответственно, входит. Ну, здесь и другие есть. Вот мясной суп, жареная курица и так далее. В общем, большие порции. Можете сюда забежать, если проголодаетесь. Но это не последнее место. Поверьте, я вам еще покажу сегодня очень много мест, где можно покушать, перекусить и даже что-то выпить. Еще здесь есть очень классные вот такие вещи. Особенно для тех, кто поедет сюда с детьми. Это, наверное, единственный отель, который устраивает программу для ребенка на весь день. Здесь разные программы. День 1, 2, 3, 4. Можно заказать как угодно. Например, в один из дней вы можете, соответственно, заняться водными всякими, да, процедурами, то есть вас ребенка научит плавать, там снорклинг и так далее, если умеет. Можно поиграть в лазертаг, то есть побегать друг за другом, детей, как говорится, оттуда не вытащишь. Гольф там и так далее, стрельба из лука, картинг, в общем, очень много разных программ. Вы можете оставить ребенка, с ним будут заниматься весь день, а вы в это время можете или отдохнуть, или куда-то съездить. За это, кстати, можете не переживать. А цена стоит 480 юаней за весь день за одного ребенка, но специально для российских туристов будет дешевле. Насколько? Ну, как приедут, пусть найдут Максима. В общем, да, как приедете, найдите Максима, и он сделает специальную скидку для вас. Скидка будет точно внушительная, не 5%. А здесь, кстати, совсем недавно мы играли с детьми, вытаскивали разные игрушки, и моя жена здесь вытащила розового фламинго, до сих пор у нас дома стоит, сейчас найду его. Вот она. Надя у меня очень сильно радовалась. Я выиграла, наконец-то! Автомат, вот такого, вот такого, вот такого! Ну вот здесь еще присутствует детский клуб, здесь, кстати, очень тоже прохладненько, хорошо. Здесь есть всевозможные компьютерные игры, для совсем для малышей можно здесь побегать, поиграть. Книжки есть, вот бассейн с шариками, как вы видите, домики. В общем, есть чем занять детей. Сейчас покажу еще игры на большом экране и пойдем с вами дальше. Вот, например, такая игрушка уже для ребят постарше.
Так что детей здесь точно есть чем занять. Причем хочу напомнить, что этот отель находится близко ко всему, ко всем центрам. Кто вот любит жить рядом, там вот всей движухи, Донхай, Санья. Вот это как раз тот самый вариант, когда вы живете немножечко в стороне, буквально в 3 километрах. И, грубо говоря, 10 юаней проезда на такси. И спокойно можете пользоваться вот таким отелем. Это далеко не Интайм. То есть, чтобы вы понимали, совсем другой формат отдыха. Вот, друзья, покажу вам сейчас номер в основном корпусе. Он называется Skyblock. И я вам покажу сейчас сьют с видом на море. Я думаю, такие номера вы у меня редко в видео видите. Посмотрите, заходим. Сразу есть туалет. Давайте, ладно, с туалетом. Давайте вот заходим. У нас, смотрите, такая гостиная большая, просторная. Вечерок, смотрите, какая уютная здесь подсветка. Мне уже хочется здесь остаться. Смотрите, есть небольшая зона кухни, огромная плазма. Сегодня я так весь день находился, что я уже реально бы здесь бы присел бы, посмотрел бы телек бы и пошел бы спать. А лучше всего, конечно, остановиться в таком сьюте с семьей. Вот здесь бы было бы нам вообще просторно и хорошо. Заходим в следующую комнату, смотрите, спальня. Отличная спальня с большой двухспальной кроватью. King size. Ну, здесь рабочая зона, как раз можно поработать. Здесь целая квартира, как вы поняли, гардеробная своя. Все как нужно здесь есть. Ну и, соответственно, ванна. Ванная комната. И ванна смотрит панорамно на море. Ну, смотрите, идем дальше. Это еще не все. Здесь есть офигенные, обалденные балкончики. Вот с такими диванчиками, где можно вот так сесть, поболтать, посмотреть, полюбоваться видом. Ну как вам бухта Ксео Дунхай, ее номера? И это, кстати, Skyblock номер, еще не самое такое, может быть, интересное размещение. Я вам сейчас покажу еще один блок и корпус. Но здесь уже выберите сами. Здесь очень классный панорамный вид, видите, да? Здесь очень хорошее такое размещение. Большой просторный номер. Я считаю, очень большой. Вполне. Для большой семьи. Есть еще один балкончик. Здесь можно точно так же посидеть или вообще просто лечь на балконе и уснуть. Практически целая кровать. Ну вот такой вот номер в скайблоке отеля Интерконтиненталь. Уверен, вам он уже нравится, так же как и мне. Специально для российских туристов здесь специальные российские цены. Специально предоставили отельеры хорошие цены для наших российских туристов. Плюс на многие услуги сделали также специальные цены. Поэтому будьте здесь, обращайтесь к Максиму. Вы его найдете, это русскоязычный парень, естественно. Он не китаец, он из России. И он вам всем поможет и подскажет. Ну что, пойдемте смотреть следующий номер. И вот здесь на территории еще есть спа. Я не думаю, что я вам все успею, конечно, показать за этот короткий выпуск, но я уверен, что вам даже будет самим интересно сюда приехать и поизучать территорию отеля. Потому что здесь можно с нее никуда не обходить. Особенно, если вы приехали сюда всего на недельку, вы точно, вам хватит изучить только здесь, ну, территорию отеля и насладиться отдыхом именно здесь. Типа там всякие эти массажи и так далее, ну, и там прикольно. Дальше. Или гидромассажный бассейн здесь вот. Сразу спа. Кстати, спа, сауна, если вы проживаете в данном отеле, они тут бесплатно включены. И сейчас вам покажу еще один номер, называется Water Garden. Вид на сад будет здесь. Это как раз вот мы сейчас смотрели сверху, как раз вот эти виллы, да, зеленые сверху справа, это они. Давайте зайдем посмотрим. Здесь все хорошо, сразу кондеры работают, все супер. Смотрите, также на входе у нас есть большая ванна с двумя раковинами. Кстати, есть такие фишки, которых нет ни в одних отелях. Еще раз замечу, данный отель выдан специально туроператором по спеццене. Этот отель стоит так же, как Харман, чтобы вы понимали. Но я думаю, вы уже понимаете, что здесь очень круто. Ладно, давайте пройдемся дальше. Халаты, все принадлежности, тапочки, чайник, вода, все как необходимо есть. Здесь нас ожидает большая двуспальная кровать, как вы видите. Есть телевизор. Здесь, кстати, все уже упаковано по последнему слову техники, зарядки для айфонов, есть там лампы и так далее. То есть все обновили, сделали и так далее. Небольшая вот такая софа. И опять же, что здесь круто, смотрите, мы выходим на свой собственный балкон, а на нем вот такая вот кровать, в которой можно вечером отдыхать, софа и вот такой столик. Но если вам нужен столик побольше, пожалуйста, снимайте со стеночки, кладите сюда, и получается большой стол. Ну что, я просто, если честно, удивлен от этих номеров. Здесь ни разу сам не был. И смотрите, такой классный вид открывается. Такой тихий, спокойный, видите, сверчки поют. Так что, слушайте,
Какой бы номер здесь мы ни зашли, мне любой нравится, честное слово. Поэтому здесь даже, скажем, особо выбирать, наверное, не надо. Но вот эти номера, конечно, эта категория, это будет самая недорогая для нас, для российских туристов. Поэтому ее можно смело выбирать. Тот номер, который я показал, сьют, он, конечно, будет подороже. Ну, потому что он и больше размером, да. Но вот такой хороший, отличный номер, я считаю, стоит забронировать и попробовать здесь пожить в этой бухте. Как я и говорил, что здесь вы просто за неделю, например, вы даже не устанете от этого отеля. Здесь очень много всего на территории. И спа, пожалуйста, вам бесплатно. Стоимость входит. Я говорю, если вы станете членом этого клуба, в следующий год сюда приедете, у вас уже будет завтрак, обед и ужин включен. Так что очень-очень много плюсов. Очень рекомендую посетить, побывать в этом отеле. Так что давайте прямо сейчас оставляем заявочки мне. У меня есть ниже прямой мой WhatsApp. Соответственно, там же есть ссылка на мой сайт. Оставляйте заявку, задавайте вопросы. Я на всех на них отвечу. Если что-то в видео в этом не увидели, вы можете задать вопрос мне, потому что я уже обошел всю территорию с Максимом. Это сотрудник Интерконтиненталя русскоязычный. Он мне все объяснил, рассказал. Поэтому, конечно, в этом видео, может быть, какие-то моменты вы не увидели. Я вам на них отвечу. Ну что, идем дальше и потихоньку начинаем готовиться к резюме по отелю, хотя я думаю, резюме у вас уже в голове свое созрело. Дорогие друзья, готов вам сделать это резюме по этому отелю, хотя уверен, это резюме у вас уже созрело в голове и вы уже многое поняли. Хочу добавить от себя по поводу питания. Вы много уже что посмотрели, что есть много ресторанов, но также скажу, что здесь можно докупить на месте полный пансион или ужины по специальной цене для российских туристов, имейте это в виду. Если изначально это не было возможности, то здесь это можно будет сделать точно. Что вам еще сказать? Бухта это тихо, спокойно, как вы заметили, хороший отдых здесь, особенно с детьми. Детей есть чем занять, как заплатно, да, за деньги, есть много программ интересных для них, чтобы занять, так и в общем они займутся на территории сами многим чем. Начиная от любых бассейнов, детских комнат, развлечений и так далее. Для взрослых в этот момент, как и показывал, есть спа, в котором можно очень классно отдохнуть, есть гидромассажные бассейны, есть сауны и так далее, много всего. Как я говорил, что не буду вам все рассказывать, чтобы для вас была некая интрига, чтобы вы могли сами посмотреть, сами увидеть и предвосхититься этим всем. По себе скажу, я обязательно сюда приеду с семьей, мы здесь обязательно отдохнем, мне понравились номера, размещение. Раньше этот отель видел, замечал, но как-то на него сильно большой ставки не делал, потому что он был достаточно дорог. Сейчас для него сделали хорошую стоимость, сейчас я скажу, он стоит так же, как отель Harman, кто знает, смотрит мои видео, помните про этот отель и про цены наверняка, кто уже ездил, тоже понимаете, сколько это стоит. Это вполне доступные деньги, но формат и уровень отеля, я скажу, в Донухае такого формата точно нет. Санья очень далеко, в Йелунгбе, наверное, я бы сравнил его с MGM. Но при этом стоит, как он Harman. Поэтому, если вы хотите хороший и качественный отдых, я бы отправился первым делом именно сюда. А для тех, кто хочет видеть рядом с собой инфраструктуру, то есть вот эти магазины, кафе, толпы туристов, лучше отсюда выехать, это займет буквально 10 юаней до Донухая или там 3 километра. Ну, пешком смысла, наверное, нет никакого идти, но, в общем, это все очень близко и рядом. Поэтому, дорогие друзья, напоминаю, что я занимаюсь продажей туров на Хайнань. Вы прямо сейчас можете ниже по ссылке под видео перейти на мой прямой WhatsApp, оставить мне заявку напрямую или перейти ниже на сайт и оставить заявку на сайте. Я обязательно с вами свяжусь, отвечу на все ваши вопросы. Оформляем все официально, по всем нормам и законам, по всей России онлайн, от Магадана и до Белоруссии даже, не только в России. Поэтому смело обращайтесь. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Смотрите мой канал, подписывайтесь, оставляйте лайки, задавайте свои вопросы. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся.